Видишь, это пиздец. Я сделала дыхание. 50 вдох-выдох в одну сторону и 50 тоннеля в другую. В ту сторону мозг просто сопротивлялся вообще что-то делать. А в обратную сторону сначала начался внутри тремор, дрожь. Потом у меня начало все тело дергать. Начало дергать и перекашиваться. Это не холодрок, нет. Это что-то другое. И внутри сознание поплыло. Поплыло. Становилось так легко. И хотелось уже вообще не дышать, остановить дыхание в целом. И началось прямо только слезы, они прямо кратом лимонули меня. И начала реветь, меня дергало. И я сквозь слезы все это дергание продолжала вдох-выдох и счет в обратную сторону. И хотелось уже остановиться. Но я дошла до конца. И прям просто не хочется дышать. И в теле просто. В области, не знаю, где-то желудка, под желудка, печень, где-то в области вот в этой вот. Резко так сильно начала больно давить. Больно так тянуть и давить. И не хочется вообще ничего. И телефон рабочий. То есть я вселенная не могу тянуть.